Здорово, ребята! Привет, девчата! Викинг рулит, Нордика рулит. Сегодня обзор на баню Викинг. Пойдемте смотреть и разбираться. Поможет нам в разборках суровый Викинг. Здорово! Да, сегодня последний день фестиваля, все уже уезжают. Но мы еще остались, так как мы ждем Викинги. Вот. Самые последние. Сейчас мы на фестивале 2021 года. У нас представлена новая печка, гевара, вот, новая облицовка. Вот. То есть она настолько новая, что ее еще не даже в продаже. В ближайшее время появится только осенью, а у нас уже есть. Вот, пойдемте посмотрим. Давай сначала обзор общий сделаю. Давай. Значит так, давайте смотреть. Черепица отличная. Мастер флэш. Необыкновенный, это сталь мастер. Дымоход. Грил офигительный. Дальше что мы видим? Краска. Проверим-ка. Все ровненько, идеально. Че краску, знаешь, какую используют? Да, мы используем краску. Наш партнер Forum House. Знаю, наслышан. Вот, это наши партнеры. Тут установлено это стекло панорамное, двухпорное, стеклопакет. Класс. Итого, что вы сейчас видите? Сочетание двух цветов идеальных. Белое и черное. И еще логотип с Викингом, с бородатым. Так, с этой стороны что? Здесь просто форточка. Дальше подвод воды. Так, идем дальше. Еще стекло, еще. То есть само строение бани, оно... что сзади, что спереди одинаково. Ну, я считаю, это очень классно, потому что она выглядит, посмотрите, эстетично. То есть это равно этому, посередине вход, красивый дизайн Викинга, нордический. И заходим. Черная, зеленая трава. Заходим прямо в обувь, потому что сейчас демонтаж. Что мы здесь видим? Видим печь новую, грилд. И вот она такая, дверца необычная. Вы такого нигде не видели. Она стеклянная, и она не коптится. Уже столько дней ни разу не закоптилась. То есть она зеркальная. Ручки нету, потому что открывать можно с любой точки. Так. Сочетание белое и черное. Ну, светлое и черное. Черное гармонично выглядит. Вот с серебристой окантовкой. И посмотрите. Это тот эффект, который мы добились с магистром Чуфарием в нашей лаборатории. То есть, когда ты берешь кисточку и кисточкой фигачишь, чтобы выглядело так вот древнее, хотел сказать, славянский, я не знаю как, арийский, блин. Ну, древнескандинавский. Да. Древнескандинавский. То есть, мне вот это вот уже прям вот нравится, когда виден хендмейд. Идем сюда смотрим. То есть, смотрите, никаких дверей нету. Здесь огромная площадь. Здесь... Место, стол поднимается. Да, да. И получается... Вау, я такого не видел. Тут каждая деревяшка друг с другом соединена с помощью жесткой ткани. Ну, типа стропы, что ли. Ну, прикольно, да. Прикольно, и убирать главное приятно. Это то есть... рундуки, смотри. Оу! Настоящая береза. Класс! Баня очень высокая. Во мне 1,92 м, здесь, по-моему, потолки все 3 метра. 2,80 м. Да, 2,80 м, ширину на 2,30 м, а в длину 6. Вау! Что мне здесь еще нравится сразу же? Если у нас стиль викинговский, там, где викинги, там живой огонь. И светильники вот эти, я их знаю, я просто сейчас занимаюсь на момент съемок своим стилем, очень похожим, но чуть-чуть другим. И это именно те лампы, которые будут в моем стиле. Это стиль живого огня. И вот прям вот респект, красавчики. Вот сейчас такое время, когда все идеи, они в принципе у разных людей возникают. И вот эта вот идея с живым огнем, с викингами, это вот у меня тоже в голове, но это вы все увидите по зиме, надеюсь.
Дальше зеркала, ну их сейчас демонтировали, так они тут висели. Еще рундуки, то есть просторное, широкое помещение для принятия пищи, для того, чтобы можно было бы поваляться или переспать с кем-нибудь, хотел сказать, где-нибудь после того, как ты попарился. Дальше, здесь находится раз секция, два секция, там, наверное, шмотки. Бойлерная? Офигеть! Здесь горячая вода, иначе мы бы замерзли. Да. Так. Клево. Ну, собственно, вот вы видите, где можно заказать, если вам понравилось. Мне чрезвычайно нравится то, что я вижу. Раз, два, три. Три петли. Дорвуд. Толстый, не тонкий. Все как водится. Здесь душевая зона черная. Ну, тут вот без белого пропилена не обойтись. Ну, можно как-нибудь еще обыграть эту тему. Черный душ. Все супер. Дверь, опять же, трехпетельная, Дорвуд, слив, можно палец вставить в дырку, в хорошем плане, технологическую дырку, да, как говорят, и поднять, все просушить. Давайте, кстати, посмотрим, что там внутрях. Так, там жесть под скосом. Это жесть, нет? Да, это нержавейка. Нержавейка? Да. А я с жестью перепутал. Нет, господи, нержавейка. Я взял грех на душу. Да, похоже на нержавейку. У меня просто сосна еще это, геморроидальное воспаление там глаз. Не надо это поднимать, там все понятно, что так же. Я знаю, почему он говорит, не надо поднимать, потому что там все засрано листвой. И я обязательно подниму. Видите? Засрано листвой. Сейчас все объясню. Короче, ребят, это баня-фест. Тут 4 дня шло парение. Даже, может, дольше. А, тут еще был грилд форум. Да, форум. Значит, тут была неделя. Водостоки засрались листвою. Времени на прочистку не было, поэтому там стоит вода. И я вот пришел в тот момент, когда баня демонтируется на демонтаж. Соответственно, сейчас будут стоки от листвы вычищать, чтобы все перевести, чтобы ничего не текло. В общем, просто не совсем вовремя пришел. Но это хорошо, я люблю, когда не вовремя прийти. Так, полоки. Здесь один единственный полок, который обработан чем? Он явно чем-то обработан. Он работал аквамассом Forum House. О как! И естественно, пол тоже, 3D-подспинник. О как! Наверху, ну, держи камеру. Находится 22 плитки гималайской соли. Ты вот тут вот, встань подальше. Хочу посмотреть эргономичность. Мне кажется, полок, ну, во-первых, он удобный для залезания. А, во-вторых, здесь две форточки. Вообще кайфово. Все открыл, у тебя вентиляция полная. То есть ты раз-раз-раз попарился, к примеру, зимой, две форточки открыл сразу же, и у тебя прям там, тьфу, блин, это как его называется, без полития холодной водой, а когда, блин, слово забыл, ну когда... Так, ладно. Буду... Ванна воздушная. О! Ну-ка. Так. Ну что, тут прямо здоровый кабан может залезть сюда. Локти не свисают. Все отлично. Загранично. Можно вынуть рожу туда свою, чтобы проветрить. Можно наоборот ноги туда засунуть. Короче, с точки зрения эргономичности, мне офигительно нравится. Вентиляшка, самая простая. Кубасту, тамбасту здесь нету. Но мои глаза упираются в соль. Очень клевое решение, когда ты лежишь, прям кайфуешь. Где у вас свет? Не в соль, случайно? Свет, да, там. Находится. Вы туда, светильник, вот сюда вот там загнали светодиод. Попадает, тут герметичная, специально, будет жарко, температура, все-таки безопасность важнее. Вот так, руководителя компании прошу выдать дизайнеру премию человеку, который придумал сделать именно вот так вот. Потому что, посмотрите, вот эти вот все сучки, это выглядит очень красиво, именно вот в стиле викинг, то есть это, да вау! Вы красавчики, вы даже занимаетесь реставрацией древесины, так называемой, реставрируете там, где нужно. Прям вообще молодцы, именно вот когда все сучкообразно, вот так вот, выглядят прям вот эстетически, как в древние времена, именно так и надо.
Ну что, дымоход, проходной узел роскошный, грилд. Здесь использовано белое полотно, то самое. В общем, с точки зрения пожарной безопасности, все круто. Дальше, с точки зрения пожарной безопасности и красоты, здесь использовано либо фотофлама, либо фото... Блин, забыл слово, у Везувия продается. Иллюминерит, да. Иллюминерит с ламинацией. О, видите, как в стиль идет черный викинговский. Через втулку поставлено. Ну, все грамотно с точки зрения пожарной безопасности. Печь. К сожалению, все разъехались. И я ничего не могу сказать, кроме того, что внешний вид у нее потрясающий. Что здесь вижу? Вижу здесь регулировку конвекции. Это очень круто. Очень круто. Вижу... заливное устройство, закрытая каменка, так, новое поколение, комета Вега и Вайлет скрестили, значит, топка из 09 G2S отлично с каналами дожига, офигительно, сейчас мы позырим, съемная вместительная закрытая каменка из толстой нержавейки, вообще отлично, то есть из 09 G2S топка из нержавейки, закрытая каменка со звуком вьюга. Облицовка может быть выполнена из стали, из натурального камня и кирпича. Здесь конкретно кирпич. То есть вот схема работы. Закрытая каменка из нержа. Наверняка съемная. И топка из 09 G2S для удешевления, чтобы быть в рынке печей. Как вы сейчас знаете, есть много печей, которые делаются из 09 G2S топка. А нержавейка — это закрытая каменка для чистоты пара. Размеры вы все тут можете посмотреть. Ну и говорят, по осени будет. Что могу сказать? Могу сказать одно, что печь выглядит невероятно шикарно. И она очень подходит под стилистику бани. Так, что здесь есть еще? Термометр, гигрометр, банная станция, крутилка для тех, кто засекает время. Я не знаю таких людей. Душ, еще вентиляшка. Повесить ковши, повесить душ, можешь сюда, это отлично, можно все окатить, помыть, почистить, ну, блин, круто. О, колобок, ребят, увидели, у кого колобок, ну, сразу, значит, баня отличная, офигительная. Обратите внимание, можно и под душ встать, а можно выйти, дернуть ручку и прям тебя пью, окатит все душем. Ну что, давайте посмотрим внутряночку печи. О, еще вентиляшка. Тран-тан-тан. Прикольно, зеркало можно. Класс, толщина такая. Ну, блин, вот такие штучки я не видал. Так, вот, уголь и сюда. Ему пофигу, в общем-то. Стекло на рамке. Зольный ящик. Вау, все, понял. Это круто. Почему? Потому что защита от дурака. То есть никакой тут регулировки я не вижу. Ее тут нету, соответственно, печка работает на одном режиме, который заложил в нее производитель. Соответственно, идиотам и дуракам тут нету возможности открыть зольный ящик на всю Ивановскую и топить как не в себя. Это прям почет и респект, обожаю такие решения. Идем дальше. Так, ну, отверстие под топку, я скажу, что отличное. Потому что сюда влезет большое полено. Раз, два, три. Три ладони. Прям вот такое вот здоровое влезет. Ну и давайте посмотрим, что произошло за время бани-феста. Вряд ли за печью ухаживали. Это можно посмотреть по количеству золы. Нет, ухаживали. Ухаживали! Ухаживали! Так, ну что, пошелудим, чтобы посмотреть, что там. Что за колосники? Времени много прошло, как я колосники видел. По-моему, они тут какие-то новые. А, не-не-не-не-не. Здесь все то же самое. То есть колосники, которые сделаны из толстой стали, которые вставляются. На чугун не перешли, это правильно. Так, что с топкой? С топкой вообще все идеально. Нигде ничего не повело. Ну и попробую телефон засунуть вверх, чтобы показать вам, что там вверху. Вверху, как обычно, все отлично. Отбой пламени, высокое КПД у печки, низкая температура дымоходов. Ну что? Что можно сказать-то?
Во, нахрен, отличная печка, отличная баня. И еще раз анонсирую, ближе к зиме я займусь вот викингами однозначно. Я еще, наверное, съезжу сюда, в banipk.ru, и тоже пообщаюсь именно по вот этой стилистике. Меня это сейчас заводит и возбуждает. Ну что, посмотрели, баня отличная, смело заказывайте, ставьте лайса, подписывайтесь, все ссылки на производителя снизу. А я прощаюсь, буду дотошно разглядывать печь, смотреть, что там за технологические устройства, может быть, сейчас ее раскручу всю нафиг, и лично для себя еще разок посмотрю. На данный момент я считаю, что это бомбовая печка, и просто-таки офигительно, ждите ее осенью. Ну что, раскрутим? Да, конечно, раз. Сейчас, давай, тащи отвертку. А ничего нет, слушай, не меньше. Да вот там возьмем у конкурентов, они узнают, что сейчас будем грилл раскручивать, они прям с удовольствием все привезут. У меня сейчас приедет босс, мы будем. Я тебе приплачу. Мне не надо приплачивать. Я много тебе приплачу. Все, договорились. Пошли за отверткой.